Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастики Кидс, а у нас сегодня с вами соревнование. В нем будет участвовать Ам-Нямчик. Сейчас мы, кстати, выберем, какой вам скин больше нравится. Может быть, ух ты, робо-малыш, тех-малыш. Кстати, нам надо тех-малыша прокачать. Команда из игры «Бег за золотом», и я начну, пожалуй, с удачливой Анжелы. Отправим ее за ежедневным кубком. Нам нужно поиграть и смотреть, чтобы не кончилась вода. У команды «Леди Баг» мы откроем несколько коробок с сюрпризами и посмотрим, что же нам тут попадется. Кстати, как вам «Ам-Нямчик огня»? Это мой любимый. Пожалуй, выберу его. Ну что, «Ам-Нямчика» тоже отправим на задание. А удачливая Анжела уже пропустила несколько бутылочек с водой. Кстати, друзья, вы знаете, что бутылочки с водой пропускать нельзя. У нас вот с Анжелой не вышло. Так что две или три мы пропустили. Сейчас, ой, еще вот четвертая. Сейчас посмотрим, удастся ли выиграть, когда пропустил несколько бутылочек с водой. Так, вот это берем, отлично. Кстати, вы играли сегодня в ежедневную миссию в игре «Бег за золотом»? Что у вас было? Соревнования с водой или бег на время? Бег на время, честно говоря, я не люблю. Потому очень часто проигрываю. Так, ну с водой, кстати, тоже проигрываю, но надеюсь, что не сегодня. Водичка стала очень быстро кончаться. Чем быстрее к финишной прямой, тем быстрее заканчивается вода. Так, я беру еще, пока бутылочки мы с Анжелой больше не пропускаем. А тем временем, пока мы играем, кто любит игру «Бег за золотом», у кого это любимая игра, давайте поставим в комментариях двоечку, мои хорошие. Двоечку пишем. Так, осталось чуть-чуть для финиша. Не забывайте подписаться на канал Ушасти Kids. Подписывайтесь, давайте уже заберем на канале 1 миллион подписчиков. Ура! Я выполнила это задание, а вот и мой кубок, моя награда. А задание выполнено. Так, а ну... Кого мы следующего отправим, то Муми у нас будет соревноваться. Давайте-ка с ним откроем много бонусов. Кстати, друзья, в сегодняшнем ролике, совсем забыла сказать, будет много-много-много приветов подписчиков. Кто тоже хочет получать от нас пушистые приветы в нашем ролике, напишите в комментариях видео, напишите в комментариях под видео имя и фамилию. Не забывайте, это очень важно. Не просто мне привет, а как вас зовут, для кого мне этот привет передать. Так что сегодня будет много приветов. Немножко подождите. И у нас Том Муми отправился за ежедневными суперкарточками, карточками удачи. Так, ну а у команды Леди Баг у нас победа. Кагами выиграла. И теперь мы с вами отправляемся в 42 уровень к Леди Вай-Фай. И с нами Хлоя. Сейчас посмотрим, какая миссия ждет нашу великолепную Хлою. Так, здесь нужно собрать бак монетки. Их нужно собрать довольно-таки много, 500 бак монеток, чтобы заработать 3 звезды. Ну, если вы знаете, достаточно заработать 2 звездочек, в принципе, не всегда обязательно 3 звезды, хотя на финальных уровнях могут не пустить, придется эти звездочки дозаработать. Ух ты, смотрите, кого встретил Том Муми. Он встретил воришку и нотика, и в этот раз воришка и нотик на машине. Вот тебе, получай, воришка и нотик, сейчас мы разгромим твою машину. Вот тебе. Так, сейчас мы его прогоним. Кстати, ни одной карточки удачи. Как всегда, пока едет машина с енотом, наверное, он раздавил все карты удачи своей машины. Вот тебе. Так, придется взлететь. Ой, как не хочется взлетать. Тут эти бочки, я все время под них попадаюсь. Сейчас мы тебе покажем, воришка и нот. Ай, ну вот, снова я попала под бочку. Так, хорошо, что можем спастись, получая енотик. Ну, осталось чуть-чуть, я надеюсь, наконец-то его самолетик сгорит, и он уже исчезнет, и даст нам собирать карточки, как вы думаете. Разгромим мы, в конце концов, босса или нет? А ну, получай, еще одна бомба. Опять я попала под бочку, а самолет уже хорошенько дымится, смотрите, все в дыму. Я думаю, сейчас он уже исчезнет, а я снова под бочкой. Да что ж мне не везет, может быть, мне сегодня воришка енотик победит, не я его, а он меня, сейчас проверим, короче. Так, держи, вот тебе, воришка, фух, ну наконец-то. Он достал парашютик, и я, кстати, тоже достала парашют. Нам дали 3 бриллиантика и 500 слитков золота. А вот и еще одна карточка удачи. Итого мы с Томом насобирали пока всего 6 карточек удачи. Ой, снова машина. Что за день сегодня такой? Ладно, выберу-ка я вместо Тома Муми кого-нибудь еще. Сейчас посмотрим, кто тут у нас есть прикольный. А у команды... Леди Баг, у нас злая Леди Вай-Фай. Мы наконец-то до нее добрались. Я вместе с Алексом и Суперкотом пытаюсь победить
Леди Wi-Fi, смотрите, она кидает, как всегда, волны Wi-Fi. Нажимаем на паузу, и вот тебе, получай, Леди Wi-Fi. Кстати, как вам амняшка золотого цвета? Моя любимая амняшка, она редко попадается, но я очень люблю играть принцессой амняшкой золотого цвета. Кому тоже нравится амнямочка в золотом цвете, давайте напишем цифру 5 в комментариях. Друзья, пишите, задавайте вопросы, сегодня очень постараюсь на них ответить. После выхода ролика сразу буду отвечать на вопросы. Так что пишите, мои хорошие. Следующий ролик, кстати, у нас будет четверг. Теперь у нас ролики будут выходить вторник, четверг и суббота. Запомнили? 17:00. Вторник, четверг и суббота. Всех жду на моем канале Ушастый Кидс. Так, кстати, пока потихонечку подписывайтесь на мой второй канал «Волшебный сундучок». Запоминайте название и делайте подписку. Скоро там выйдут новые ролики. Так, а у нас Том Акула. Мой любимый Том Акула. Мне кажется, это у него такая пижамка. Пушистая в виде Том Акула. У вас, кстати, есть такие классные пижамки зверюшек? Плотные, такие плюшевые, там бывают единорога пижамки. У кого есть, напишите, какие у вас пижамки. Может быть, у кого-нибудь есть пижама акулы, прям реальная, как у Хэнка. Была бы крутая пижама, я бы такую хотела. И еще с зубами. Было бы забавно. Мои хорошие, у нас Алекс отправилась за морковкой почему-то. Нам зачем-то у Леди Баг нужна именно морковка сегодня. То сыр мы собираем, то яйца. В этот раз мы будем собирать морковь. Ее нужно насобирать очень много. Кстати, морковь мы ищем по ночному Парижу. Так, а амнямчику мы выберем новый скин. И в этот раз он вот такой желтый. Амням Икс. И нам нужно пробежать дистанцию 1100 метров. Посмотрим, как с ней справится этот амнямчик. Один из моих любимых, кстати. Так, ну а тем временем передам приветики. Саша Резникова получает первый пушистый привет от канала Ушастый Кидс. Лена и Катюша Кашачёвы, вам также пушистый приветик, девчонки. Привет получает Руслан, привет Борисов, Марк Разгуляев, Полине Кирилловой большой приветик и Алине Максимовой. Саша Шмапова получает привет, Василиса Биц ловит приветик, а также приветик ловит Владимир Пацанинский. Надеюсь, я правильно прочитала. Если что не так, напиши, пожалуйста, еще разок имя и фамилию в комментариях. Даша Р. получает приветик. Ева Новоселова, Полина Весовская, Раца Суманова. Тебе также пушистый приветик. Василиса Баганова, Ева Кузьмина у нас приветик ловит. А также у нас есть привет для мамы Тани и папы Сережи. Большой вам приветик. Так, Лаура... Лаура Тринкинец получает большой приветик, а также Настюша Петренко ловит приветик. Саша Резникова, Эрика, Эрика Явицен, не знаю, правильно написал фамилию или нет, Эрика, если что, тоже еще разок повтори, пожалуйста, фамилию более точно, я ее не разобрала. Юля Пиманова. Приветик получает Аня, Ворон получает огромный привет от канала, много комментариев писала Аня. Таня Лепска, а также София Евстратова, Дарья Борзова приветик ловит. Ксения Кника, а также Алиса Макарова, Саша Шмапова, Катюша Еремина, Акерке Джамбулова приветик тебе. Надежда Николаевна привет получает, Анна Барабанщикова ловит приветик, а также Саша Смирнов, Лера Сапрыкина, Полина Ильчишина, Егор Завгородний и Милана Дербига получают большие приветы от нашего канала. Друзья мои, остальные приветики будут в ролике вам, что у нас, в четверг будут приветы, кто сегодня не успел получить приветики. В четверг в 17:00 будут остальные, так что не пропустите серию. Кто получил приветики, в комментариях пишите «Ура! Я получила приветик!». Я буду знать, что приветик до вас дошел, наконец-то вы его не пропустили. Так, у нас, кстати, Нина в команде «Леди Баг» выполняет это задание. Как вы думаете, чья команда сегодня была самая сильная? «Бег за золотом», команда «Леди Баг» или команда «Амнямчиков»? Так, пока, кстати, по-моему, лучше всех заданиями справляется Амнямчик. Он выполнил задание все время у нас на 2 звездочки. Неплохо, на 1, на 2. А вот команда Леди Баг немножко отстает. Так, открываем карточки-сюрпризы. В игре «Бег за золото». Смотрите, что нам попалось. Отлично, бриллиантики.
И еще немножко карт сюрпризов. Может быть, здесь попадется супергерой какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Так, нет, не попался, к сожалению. Друзья мои, ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ушастый Кидс, а я жду вас в четверг в 17:00 в новой серии. До встречи, хорошего, пока-пока.